Атырауское автомобильное направление имеет большое стратегическое значение для всего западного региона. Об этом на недавней встрече с актюбинской общественностью говорил и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Дорога построена еще в 60-е годы, нагрузка на нее возрастает с каждым годом благодаря интенсивному развитию газодобывающего сектора экономики. В связи с чем ее капитальный ремонт явно необходим. Общая протяженность участка Актобе-Кандагаш составляет 89 километров. Для проведения соответствующих процедур по привлечению займа разработана техника экономическое обоснование, которое находится на рассмотрении РГП госэкспертиза. В скором времени мы получим положительное заключение госэкспертизы и приступим к работам. В настоящее время ведутся работы по одобрению заявки на займ необходимых средств в Азиатском банке развития. Подписание документов намечено на октябрь текущего года. Параллельно с этим будут проходить конкурсные процедуры на определение компании-исполнителя госзаказа. Тендерные условия будут согласованы с условиями банка. Ориентировочно к концу года генподрядчик станет известен и утвержден. И уже в начале 2020 года на объекте начнутся полномасштабные работы. Дорога будет проходить Актобе по центру Биштамака, обход Алги и обход Кандагача. Обход Кандагача в данный момент строится. Строит компания Юнисерв. Это 160-й километр компания Юнисерв. Это 60 километров. Дальше идет компания Тадини. Это Тадини. Там Тадини 60 километров, 160-220. И компания Ивета в этом году, 2019 году, 17 километров уже построил, и она сейчас в данный момент эксплуатируется. Дорогу Актобе-Атырау приведут в порядок в соответствии со второй категорией. В то же время актюбинский участок преобразится до международных стандартов. Отремонтирован и оформлен он будет по первой категории. Работы включают в себя не только укладку асфальтового полотна, но также нанесение разметки, установку барьерных ограждений и освещения. Ирина Гуть, Мирлан Аманжолов, программа «Факт».